Thank you.
There's a stirring in the throne room, and all creation holds its breath, waiting now to see the bridegroom, wondering how the bride will dress. And she wears white, and she knows that she's undeserving. She bears the shame of history, but this worn and weary maiden is not the bride that he sees. She wears white, head to toe, but only he could make it so. When someone dries your tears, when someone wins your heart and says you're beautiful, when you don't know you are, when all you long to see is written on his face, when love has come and finally set you free on that wedding day. Дорогие друзья, гости, сегодня перед нами молодая пара Даниил и Яна. Сегодня они являются главными виновниками этого торжества, потому что сегодня они перед нами как жених и невеста. Но когда они будут уходить из этого места, они уже будут как муж и жена. Очень трогательный момент, особенно когда родители отдают невесту в руки жениха. При этом вся та забота, которая была возложена на родителей, вырастить, а ее передают в руки жениха. Поэтому сегодня, Даник, у тебя особый день. Сегодня ты получил благословение из рук родителей Яны, свою возлюбленную. Яна, сегодня ты приобрела господина в дом свой, вот, который является и будет твоим спутником во всей жизни. И прежде чем мы будем начинать сам акт бракосочетания, я хотел бы совершить краткую молитву. Отче наш Небесный, мы благодарны Тебе, что по Твоей великой милости и благости мы собраны во имя Твое, потому что верим, Господи, что Ты присутствуешь здесь, потому что здесь, на этом святом месте, совершается действие священнослужения, которое Ты когда-то заповедал, Господь, когда соединяется муж и жена во единое целое. Поэтому прошу Тебя, Господь, руководи и этим служением, прибудь, Господь, здесь. Благослови меня, Духом Твоим Святым, руководи нами, и да будешь Ты прославлен и возвеличен во всем, наш Бог и Спаситель. Аминь. Присаживайтесь, дорогие друзья. Бракосочетание – это очень серьезная и ответственная часть в жизни человека. Это рождение новой семьи. Надеюсь, что каждый здесь присутствующий из вас помнит день, когда он родился. И думаю, что те из вас, которые уже имеют семьи, те, которые вступили в брак, вы помните день рождения вашей семьи, не правда ли? Это особенный день. Если мы не знаем дня нашего рождения в том плане, что мы ничего не помним о нем, мы не знаем, как мы явились, нам родители рассказывают, как мы пришли в этот мир, вот, и мы уже в последующие годы что-то помним, да, когда это происходит, то именно брак, бракосочетание, рождение семьи – это день, который мы с вами сами делаем, сами строим. И сегодня вы совершили этот день для вас таким, каким вы его хотели бы видеть, не правда ли? Вы прилагали к этому старания, просили гостей, друзей, чтобы вам помогали. И это хорошо. И этот день сегодня прекрасный в вашей жизни. Но я хотел бы, чтобы этот день был началом
прекрасной жизни, семейной и благословенной Богом. Вы сегодня очень красивы, вы сегодня очень много постарались для того, чтобы вот, действительно этот праздник состоялся как праздник. Пусть Господь благословит вас и дальше в своей жизни, чтобы каждый день совместной жизни был праздником для вас. Ваша встреча, ваше хождение перед Богом, друг перед другом. Пусть Господь вам в этом поможет и благословит. Но вы знаете, друзья, для того, чтобы брак он был благословенным, для того, чтобы каждый день был счастливым, есть определенный порядок, который установил Господь. Самое интересное, что когда мы открываем книгу Библии, то мы видим одну очень интересную и важную деталь, что самый первый общественный институт, который был создан на земле, это семья. Был один Адам. Господь посмотрел, что нехорошо быть ему одному. Хотя были животные, и, возможно, там были очень красивые, очень милые животные, которые, как и нам сегодня, домашние, приносят какое-то удовольствие и утешение. Да, мы радуемся, что у нас есть там котики или еще какие-то милые животные. Но когда Адам посмотрел, вернее, Бог посмотрел на Адама, то он увидел, что нет удовольствия Адаму в том, что он видит вокруг. Нужно что-то или кто-то, кто бы поменял его жизнь. И вот Господь создает жену, помощницу. И когда Адам увидел, он возрадовался, он говорит, это жена, это то, что мне нужно. И на протяжении всей жизни, друзья, мы видим, что от семьи происходит все в этом мире. Ни один из нас человек, находящийся здесь или находящийся сейчас на земле, не произошел сам собой, он родился от родителей, он родился от мамы. Поэтому семья – это очень важная часть в обществе. Семья – это очень важная ячейка общества, от которой исходит служение в церкви, работа и так далее. То есть если есть благословение в семье, значит и дальше оно распространяется большим благословением. Поэтому вместе с теми радостями, которые вы имеете, вы сегодня получаете и ответственность перед Богом и перед обществом, в котором вы живете, чтобы из вашей семьи действительно исходило то, что нужно, то, что приносило бы благословение. И я часто размышляю на эту тему, вот, что Господь хочет от семьи, как Господь строит семью, почему Господь именно так создает семью. Но больше всего у меня возник один вопрос. Почему мы, христиане, очень прекрасно с вами понимаем, что главой семьи является муж, но главой мужа является Христос. То есть библейский принцип построения семьи, он записан в Священном Писании. На этом строится счастливая, благословенная семья. Мы это все прекрасно понимаем. Но вопрос, есть люди, которые, может быть, и мало знают о Боге, может быть, и в церковь не ходят, но они проживают очень прекрасную, счастливую, благословенную жизнь. Почему? А многие христиане, которые знают о Боге, знают, как это должно быть, но происходит трагедия в семье. Что происходит? Что стоит во главе все-таки семьи, которая могла бы строиться счастливой семьей? Знаете, я для себя определил, их есть больше, но для себя я определил три главных направления, которые Господь поставил как правило для каждого человека. И первое, что необходимо для того, чтобы был благословенный брак, это брак должен быть между мужчиной и женщиной. Этот брак Бог благословляет. Это Божье установление, потому что Господь говорит в самом начале Библии, что Бог создает человека и дает повеление: плодитесь и размножайтесь. Что сегодня делает дьявол? Он старается разрушить этот принцип. Поэтому, друзья дорогие, это очень важный библейский принцип, когда брак совершается между парнем и девушкой, мужчиной и женщиной. Это библейский принцип. И мы сегодня свидетели этому, что этот брак Господь благословит и благословляет, потому что он является библейским. Второе, что является важной частью любого брака, христианского или нехристианского, если мы так говорим, но я говорю вообще о браке как таковом, это любовь. Любовь является основой брака. Если люди любят друг друга,
значит, они будут счастливыми, значит, они будут жертвенными, значит, они будут уважать друг друга, значит, они будут стараться, чтобы угодить другому. Помните, мы с вами говорили о двух принципах? Живу так, чтобы было хорошо другому. Так вот, вот этой основой вот этих отношений является любовь. Жертвенная любовь, любовь агапа, о которой говорит Библия. И вы знаете, в Священном Писании вот апостол Павел, он когда описывал любовь, он там изложил такие очень важные качества, которые мы часто, может быть, хотим применить по отношению к другим людям или кого-то научить, чтобы они относились к другим людям. Но для семейной жизни это очень важное качество. И вы их запомните для себя. Если вы будете стараться жить в такой любви, вы будете благословенной семьей. Смотрите, что говорит Павел. Он говорит 1 Коринфянам 13 главе. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. Запомните для себя, можете выписать для себя, вот это повесить в комнате, где вы чаще всего это будете видеть. Вот этот отрывок, 1 Коринфянам 13 глава, с 4 по 8 стих. И применяйте это в жизни, и вы будете благословенной семьей. Потому что любовь является основой, основой отношений, особенно в семье. И третье, друзья, это верность. К сожалению, мы живем с вами сегодня в обществе, в котором на верность как таковую люди мало обращают внимания. Сегодня люди дают обещания, но их не исполняют. Сегодня люди дают обет Богу, когда обещают Богу добрую совесть при крещении, и они со временем об этом забывают. К сожалению, сегодня очень много. Почему я говорю, к сожалению, что и христианские семьи сегодня терпят разводы? Потому что одно из качеств, которое люди чаще всего забывают выполнять, это те обеты, которые они дают друг другу. Вот мы сегодня будем слышать обещания молодых друг другу. Но обещать, говорить – это одно, исполнять – это совершенно другое. Поэтому я бы хотел, чтобы мы помнили, друзья, и понимали, что верность – это очень важное качество, которое стоит, ставьте в каком хотите, первом, втором, третьем, но в основе любого брака. Писание очень много говорит о верности. Почему? Смотрите, 1 Коринфянам, опять-таки апостол Павел говорит, от домостроителей требуется, чтобы каждый оказался каким? Верным. Вы строите свою жизнь, вы строите свою семью, вы будете растить детей, вы будете вкладывать в них то, что вы хотели бы вложить, чтобы они были такими, какими вы и хотели вырастить, для Господа, для общества, для себя, как для родителей, для дедушек, бабушек. Вы строите свою семью. И для этого Господь говорит, что для того, чтобы построить правильно, должны быть верными. Смотрите еще, что говорит Писание. Невозможно быть одновременно верным и неверным. Смотрите, что говорит опять-таки апостол Павел. Какое согласие между Христом и Велиаром, или какое соучастие верного с неверным? Это говорит Писание, это говорит Библия. Сегодня люди, которые оказались неверными в супружеской жизни, они пытаются найти какие-то оправдания для себя. Он такой или она такая, и я вот поэтому так поступил или это сделал, обстоятельства так сложились. Писание нам не говорит об обстоятельствах. Писание говорит нам о том, что когда мы строим, мы должны быть верными. Наши обещания мы должны выполнять. Потому что Господь за это, друзья, очень строго спрашивает. Посмотрите, что говорит Второзаконие 32 глава 20 стих. Бог сказал: «Сокрою лицо мое от них и увижу, какой будет конец их. Ибо они род развращенный, дети, в которых нет верности. Господь взыскивает с таковых». Поэтому сегодня очень много людей, имеющие проблемы в семьях, прежде всего начинаются из неверности.
Это может быть и глазами, и действиями, и словами, и так далее. Об этом нет времени сегодня обо всем говорить. Но хотел бы, чтобы вы запомнили сегодня для себя очень две важных детали, потому что одну из них вы уже выполнили как условие Божие для успешного брака. Вы совершаете брак между мужем и женой, мужчиной и женщиной, и это Божье установление. Но остальных две, о которых я сегодня говорил, это любовь, которая должна расти у вас, и верность друг другу, верность Господу, чтобы вы сохранили во все дни своей жизни. Буквально несколько слов хотелось бы еще сказать вам, как в обязанность, что бы вам нужно было делать, чтобы иметь благословенный брак. Во-первых, запомните, друзья, вы должны благословлять друг друга. Вы должны благословлять, то есть говорить слова благословения, делать так, чтобы было хорошо другому. Делать так, чтобы приносить радость супругу или супруге. Второе, вы должны принять друг друга так, как дети Божии. Даниил, посмотри на Яну. Вот это дочь Божия. Яна, посмотри на Даниила. Вот это сын Божий. Вы куплены дорогою ценою. И вы должны принять друг друга такими, какими вы есть. Вас Господь принял со всеми вашими недостатками, со всеми вашими прелестями, таких, какие вы есть. Он знает вашу жизнь, какова она была, какова она есть и какая она будет. И Он вас принят, потому что у Него любовь, она без условий. Вот вы должны принять таких, какие вы есть, друг друга. Ни при каких-то там обстоятельствах, да, годы пройдут, вы постареете, еще покрасивеете, но вы должны принять таких, какие вы есть. Со всеми плюсами, со всеми минусами, со всеми недостатками, со всеми прелестями должны принять такие, какие вы есть. И не только сегодня, но на всю вашу оставшуюся жизнь. Еще один момент. Детей, которых вам Господь пошлет, вы должны принимать как Божий дар. Не как приложение к тому, что ну, все есть, как бы, ну можно еще и детей. Нет, вы должны принимать то, что Господь вам посылает, детей в семью, как Божий дар. Вы должны молиться и благословлять каждого ребенка, который будет приходить в вашу семью. Потому что дети – это дар Божий. Очень много знаю тех, которые хотели бы иметь детей, но Господь им не дал. И очень много тех, которые сегодня, может быть, по-другому поступают, стараясь не иметь детей. Но все, что Господь посылает в вашу жизнь, вы должны принимать как от Господа, потому что это Божий дар. Еще один момент, друзья, ваше благословение и ваше счастье в семейной жизни зависит от вас. Господь со своей стороны сделал все. Господь свою часть выполнил. А вам нужно трудиться, потому что любовь – это труд. Верность – это труд. Прежде всего над самим собой. Поэтому благослови вас Господь иметь мудрость, чтобы принимать то, что Господь вам дает в вашей жизни, все как от Господа, чтобы вы действительно понимали, что Господь вас благословил, Он уже вас благословил. И дальше Он вас не оставит. У Него есть для вас определенное благословение, которое вы должны будете у Него молить, вы должны будете просить, вы должны будете благодарить за то, что вы уже имеете и будете иметь. Потому что во главе вашего брака, ваших отношений, должен стоять и стоит Господь, Иисус Христос. Поэтому перед тем, как вы будете обещать вот друг другу, я хотел бы буквально несколько слов сказать родителям. Сегодня у вас особенный день, у вас сегодня приобретение в семье, да, и в то же время вы где-то чуть-чуть, наверное, что-то теряете, да, потому что дочь или сын, которые прибегали к вам домой, они уже сегодня ночевать у вас не будут, они, наверное, где-то в другом месте уже будут, да? То есть вы понимаете, что они от вас уже уйдут, как было раньше, да? Но в то же время вы приобрели. Как я уже говорил молодым, чтобы они должны благословлять друг друга, и вы их благословляете. Продолжайте молиться за обоих, чтобы они и дальше служили Господу. Вот. А они со своей стороны будут делать то, что они могут делать и будут делать, как они посчитают нужным, но я им еще тоже скажу, поэтому благословений вам и мудрости от Господа. Дорогие Даниил и Яна, сегодня вы приобрели родителей, сегодня у вас семья увеличилась.
Вот. Сказать, что вы потеряли, наверное, вы больше сегодня приобрели. Это больше родители. Чувства у них такие, как что-то они все-таки от себя отпустили, да? Вот. Но хотел бы сказать вам, друзья, что вы то, что Господь вам посылает, родители, это тоже благословение. Поверьте, что когда есть родительская молитва, это огромное благословение. Поэтому примите их как папу и маму. И я обычно говорю, с первых дней научитесь говорить это слово «папа и мама». Может, поначалу будет сложновато, может, где-то будет язык не всегда слушаться, но поверьте, что через то, что вы будете говорить, у вас появятся отношения. Поэтому дай Господь вам мудрости и силы принять родителей как родителей. И еще хочу вам сказать, да, вы сегодня семья отдельная от родителей. Помните, мы с вами говорили, что вы возьмете лучшее с одной семьи, с другой семьи и сделаете свое третье, которое будет для вас просто супер. Но помните, что у ваших родителей есть опыт. И если вам нужно будет для что-то решить, какую-то проблему, вы знаете, у кого спросить. Говорят так, пока чужой скривится, то свой заплачет. Поэтому, когда у вас какие-то переживания, поймите, что родители будут плакать. Может, они еще и не знают, но душа их будет плакать. Поэтому помните, что у вас есть родители, и никогда их не забывайте, какие бы они ни были. Пусть Господь вам в этом поможет и благословит вас. Еще буквально несколько предложений конкретно об отношении, вот, что говорит Писание. Яна, твоя роль в семье, установленная Библией, это быть помощницей. Помощницей быть легче, но не всегда хочется. Так уж бывает, что иногда хочется быть первым. Но Библия говорит, что есть порядок. Христос, муж, жена и потом дети. Поэтому твоя роль в семье – это быть помощницей своему мужу. Черпай у Господа мудрости в Библии для того, чтобы тебе действительно понимать правильно, какой быть женой. Времени нет обо всем этом говорить, просто как напоминание для тебя, чтобы ты понимала, что твоя жена, твоя роль жены – быть помощницей мужу своему. Хотел бы чуть, может, больше Данику сказать, потому что ты сегодня взял на себя огромную ответственность. Ты сегодня взял ответственность за Яну и за детей, которых Господь вам пошлет. И ты будешь отвечать за них, как Адам когда-то за Еву отвечал, которая вкусила плод в Едемском саду. Бог не спрашивал Еву, он сразу спросил Адама. Поэтому Бог спрашивает с меня за мою семью и будет спрашивать с тебя. То есть наряду с тем, что мы приобрели большое благословение в семье, как мужья, мы имеем огромную ответственность перед Господом. Поэтому для тебя очень важный момент, который ты должен запомнить – иметь правильные отношения с Господом. Если ты будешь иметь правильные отношения с Господом, все остальное будет на своих местах. Если Господь будет на первом, все остальное будет на своих. И запомни это. И уже для меня это как традиция. И те, кто бывают на бракосочетаниях, они знают. Я жениху желаю выучить на память первый псалом. Ты помнишь, что там написано? Блажен муж, счастливый муж. Почему он счастливый? Смотри, здесь все изложено для того, чтобы быть счастливым мужем. Что нужно делать? Смотри. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей. Когда писал это Давид, тогда еще не было интернета и компьютеров, и вот этих сообществ, которые сегодня есть. Сегодня не надо никуда идти, они эти сообщества в наших домах. Поэтому Библия говорит, тебе туда нельзя, если хочешь быть счастливым и благословенным мужем. Но что ты должен делать? Смотри, дальше говорит, и будет он, но в законе Господа воля его, то есть мужа, и о законе его размышляет он день и ночь. Приоритеты, понимаешь? Вот когда ты будешь находиться в законе Господа, и воля твоя будет в Его законе, то дальше будет результат. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет. И дальше написано, и все, что он не делает, успеет. Хочешь иметь благословение в семье? Хочешь иметь успех в жизни? Выполняй то, что говорит этот псалом. Вот этих
Первый псалом, первых три стиха, их очень легко запомнить, запомни. И пусть это будет для тебя как девизом в твоей жизни, что ты должен делать, что ты не должен делать и какой будет результат. Вот такое кратенькое для тебя пожелание для того, чтобы ты запомнил, и Господь благословит тебя. Теперь к вам двоим. Вы многое слышали и о том, что Господь возлагает на вас, о том благословении, которое вы имеете. Скажите, вы согласны сочетаться друг с другом? Так как бы да или согласны? Согласны. Хорошо, если согласны, слава Богу, тогда сейчас передай свой цветок, пожалуйста, подружке. Где у вас кольца? Вот, возьмите кольца. Прежде чем они будут давать обещания, они будут также обмениваться кольцами. Смотрите, в «Песни песней» 8 главе 6 стихом написано: «Положи меня как печать на сердце твое и как перстень на руку твою, ибо крепка, как смерть, любовь». Дорогие, то, что вы будете сегодня говорить, это будет обещание верности. Братья, кто из вас, возьмите микрофон, пожалуйста. Потому что сейчас вы будете давать обещания друг другу, и начнем мы с жениха. Так как он является главой, он будет начинать первым. Итак, возьми Яну за руку, смотри ей в глаза и повторяй за мной. Дорогая моя Яна. Дорогая моя Яна. Я беру тебя в жены. Я беру тебя в жены. Чтобы начиная с сегодняшнего дня... Чтобы, начиная с сегодняшнего дня, жить вместе с тобой, жить вместе с тобой, в дни радости и печали, в дни радости и печали, с Божьей помощью обещаю, с Божьей помощью обещаю, быть твоим верным мужем, быть твоим верным мужем, в богатстве и в бедности, в богатстве и в бедности, в здравии и в болезни, в здравии и в болезни, а также постоянно любить, а также постоянно любить, поддерживать и заботиться о тебе, поддерживать и заботиться о тебе, доколе смерть не разлучит нас, доколе смерть не разлучит нас, одевая это кольцо, одевая это кольцо, даю тебе мое торжественное обещание, даю тебе мое торжественное обещание перед Богом и перед людьми, перед Богом и перед людьми. Пожалуйста, одевай. А теперь Яна. Дорогой мой Даниил. Дорогой мой Даниил. Я выхожу за тебя замуж. Я выхожу за тебя замуж. Чтобы начиная с сегодняшнего дня. Чтобы начиная с сегодняшнего дня. Жить вместе с тобой. Жить вместе с тобой. В дни радости и печали. В дни радости и печали. С Божьей помощью обещаю. С Божьей помощью обещаю. Быть твоей верной женой. Быть твоей верной женой. В богатстве и в бедности. В богатстве и бедности. В здравии и в болезни. В здравии и болезни. А также постоянно любить. А также постоянно любить. Заботиться. Заботиться. И повиноваться тебе во всем. И повиноваться тебе во всем. Доколе смерть не разлучит нас. Доколе смерть не разлучит нас. Одевая это кольцо. Одевая это кольцо. Даю тебе мое торжественное обещание. Даю тебе мое торжественное обещание. Перед Богом и перед людьми. Перед Богом и перед людьми. Можешь одевать. Дорогие мои друзья, то, что вы сейчас сделали, кольцо, которое вы одели, вы помните, что вы дали обещание перед Богом и перед людьми. Окажитесь верными вашему обещанию, и Господь вас благословит. А сейчас мы будем совершать молитву. Порядок молитвы будет следующий. Помолятся родители, невесты, жениха, помолится невеста, жених, потом в конце я совершу молитву с возложением рук. А вы, дорогие друзья, давайте встаньте и поддерживайте нас в тихих молитвах. Господи, спасибо Тебе за этот прекрасный день. Спасибо Тебе за наших детей, Даниила и Яну. Мы здесь для того, чтобы Ты благословил их
И они ожидают этого благословения от Тебя, от нас, родителей, от церкви. Господи, благослови Ты их. Благослови. Мы об этом Тебя просим. На ихнюю жизнь благослови. Чтобы они были счастливы всегда вдвоем. Дай им силы и здоровья, мудрости, терпения и много-много любви, чтобы они по жизни этой прошли вместе до конца. Благослови. Благослови их, Господи, всяким достатком, небесным и земным. Благослови, Господь, обижь за все. Я Тебе прошу, Господи, щоб Ти благословив їх, щоб вони шанували Тебе, Господа, в своєму житті і один одного. Благослови в ім'я Ісуса. Про це моя молитва до Тебе, Отче. Амінь. Боже вічний, слава Тобі, подяка Тобі, що Ти хранив нас до цього часу і допомагав нас, Господь, нам. Ти хранив Яну, Даніка, благословляв їх, давав їм все необхідне для життя і благочестя, Боже. І в цей славний день ми просимо Тебе всі разом, Господи, щоб Ти благословив їх на подальше життя, щоб вони мали успіх во всьому, щоб вони перше за все шукали Тебе і любили Тебе, так, як Ти їх полюбив, Господь, перше, Господь, благослови їх, щоб все в них було благословене і все в них получалось. Боже, благослови, Тобі слава за все. Благослови, якщо Ти їм даси діток, благослови їх, щоб вони були вірні Тобі і служили Тобі так само. Боже, слава Тобі за все. Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Амінь. Творец неба и земли, славлю Тебя и благодарю. Имя Твое великое и славное. Я благодарю Тебя, Господи, что я стою на этом месте. Господи, славлю Тебя за здоровье, что Ты мне посылаешь. Благодарю Тебя, Господи. Благослови теперь наших детей, которые вступают в брак, Господи, дай им любовь Твою безмерную друг к другу, дай им страх Твой божественный, Господь дорогой, дай, чтобы они шли по жизни с Тобою, во всех вопросах своих обращались к Тебе, только Ты один помощник и советник, самый лучший в жизни. Благослови, Господь дорогой, дарами неба и земли, благослови, Творец Небесный, их надели здоровыми детьми. Благослови их совместный союз, чтобы у них не было никогда страшных болезней. Сохрани, Господи, помилуй. Во имя Иисуса Христа прошу Тебя, дополни мою молитву, сам Ты знаешь мое сердце. Слава Тебе за все. Аминь. Аминь. Господь и Бог мой, я сердечно благодарю, славлю за любовь и милость Твою, Господь, что Ты любовью вечно возлюбил нас, некогда пришел в этот мир греха и зла. Господи, что Ты избавил нас, подарил нам семью, Господь. Я благодарю Тебя, Господь, за спутницу жизни, за деток наших, Господь, что Ты Бог наш, на которого мы уповаем, Ты Бог наш, будем славить Тебя, будем превозносить Тебя, ибо Ты услышал нас некогда, сделался нашим спасителем. Благодарю Тебя, Господь. За семью, за деток благодарю, за Даниила и за Яночку, Господь, что они нашли друг друга, Господь, любовью своей, Господь. А прежде всего благодарю, что они возлюбили Тебе как личного спасителя, Господь. Благослови их своим отцовским благословением, Господь. Надели их своим качествами, Господь, радостью, мудростью, терпением, долготерпением, Господи. Благослови небом и землей, Господь. Да будет милость Твоя во всякое время, Господь. Благослови их в дальнейшую жизнь, Господь.
и предстоящее служение, брак, Господи, все устроит. Да будет милость и воля, слава Тебе, Отец и Дух Святой. Аминь. Аминь. Dear God, You and I both know that I don't deserve this man. It's only because You love us so much that we're here today. God, please give me the strength and wisdom to be a good wife for him. Please bless this day and everybody who came to share this joy with us, Lord. I thank You for today, God. And I trust our family into Your hands. Amen. Аминь. Господь дорогой, благодарю Тебя за этот день, за все, что Ты посылал, Господь. Все так благословенно. За родителей благодарю, Господь, которые научили меня о Тебе. Вообще, Господь, милости Твоей ко мне, которые Ты оказывал, не сосчитать мне вовек. В этом дне, Господь, благодарю Тебя за жену. Прошу, Господь, все, что я слышал здесь и все, что было сказано в пожелании, помоги не забывать никогда. Прошу, все в Твоих руках. Остаток этого дня. Аминь. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится Твое святое имя, да будешь лишь Ты один прославлен, возвеличен наш Бог и Творец, ибо Ты достоин славы, Ты достоин поклонения, Ты достоин чести, Господь, Ты велик, Ты всемогущ, возлюбивший нас, Господи, слава Тебе, хвала Тебе, честь и поклонение Богу нашему, слава Тебе за день, который Ты подарил нашей жизни, и сегодня, Господь, в жизни молодых, Даниила и Яны, Ты, Господи, сотворил этот день в их жизни, день рождения новой семьи. Слава Тебе, Господь, за милости Твои. Но, Господи, хочется еще благодарить и благодарить Тебя за то, что в Сыне Твоем Иисусе Христе, Господи нашим, Ты дал нам спасение, Ты дал нам жизнь, Ты дал нам избыток во всем, Господь, а больше всего Ты дал нам уверенность и доступ к Тебе, к небесам. Через Иисуса Христа мы сегодня можем молиться, и Ты слышишь наши молитвы. Слава Тебе, Господь! Я благодарю Тебя, что в свое время и Даниил, и Яна, они познали Тебя как личного Спасителя, они приняли Тебя, и сегодня они перед Тобою, как дети Твои. Ты, Господь, их возлюбил до смерти, Ты дал им спасение, прощение. Сегодня они, Господь, пришли пред престолом благодати Твоей для того, чтобы Ты возложил Твои святые руки на них и благословил их. И мы сегодня, Господь, присоединяясь к молитвам церкви, к молитвам родных, близких, жениха, невесты, просим, Господь, благослови эту семью. Пошли, Господь, благословение во все сферы их жизни. А больше всего, Господь, чтобы они имели любовь к Тебе, к Небесному Отцу, чтобы они всегда искали лица Твоего, чтобы они имели страх Твой, служа Тебе и друг другу во всем. Господь, благослови, чтобы любовь, которую они сегодня имеют друг к другу, она никогда не угасла, но она всегда-всегда возрастала, чтобы она укреплялась, чтобы они могли расти в этой любви, любви к Тебе, друг к другу. Также, Господь, благослови, чтобы они имели верность, верность тем обещаниям, которые они давали Тебе, которые они сегодня дали друг другу, чтобы они, Господь, оказались в своем служении, в хождении перед Тобою верными. Благослови их, Господи, в этом. Также благослови их наследием, чтобы они имели детей и могли бы их воспитывать в духе Слова Твоего Святого для Твоей славы, для Своей радости. Все мы это, Господи, отдаем в Твои святые руки и просим, благослови. Также просим защиты, Господь, сохрани от лукавого, сохрани от разрушений, сохрани от страшных болезней, которые могут прийти в человека, но Ты, Господь, поставь Твою охрану, защиту. И прошу, Господь, благослови, чтобы эта семья, она была благословением для поместной церкви, славою для Тебя, чтобы жертвенник всегда горел, жертвенник молитв, служения перед Тобою. И мы, Господь, все это... Как есть, таковые, как есть, отдаем в Твои руки святые. Просим у Тебя благословения, милости, и да будет Твоя святая воля над каждым из них в их жизни, над этой семьей.
В руки Твои отдаем милости, просим и просим, услыши нас во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Дайте друг другу ваши правые руки. Ну, давайте левые. А, правые. Дорогие друзья, сегодня перед вами Яна и Даник. Как я сказал вначале, они сюда пришли как жених и невеста, отсюда они должны уйти как муж и жена. Поэтому объявляю сестру Яну законной женой брату Даниилу. Брата Даниила объявляешь законным мужем для сестры Яны. И что Бог сочетал, того человек, да, не разлучает. Аминь. Аминь. Отныне, друзья, вы являетесь мужем и женой. Сейчас можете поприветствовать, как муж и жена друг друга. У вас уже есть на это право. Это для фотографов, я так понял. Но вы имеете право на это. Когда-то один брат сказал так, что если узнаю, что целовались до свадьбы, то поставлю на замечание. А если узнаю, что после свадьбы не целуетесь, отлучу. А хорошо, буду иметь в виду. Хорошо, друзья. Мы сейчас будем заканчивать, но перед тем, как заканчивать, у нас есть в церкви очень хорошая традиция. Мы понимаем, что главою семьи является муж, но во главе каждой семьи, каждого мужа является Христос. И для того, чтобы были правильные отношения со Христом, нужна духовная пища, Слово Божие. Поэтому мы имеем такую традицию вот, вручать, она подписана здесь для молодых, чтобы они читали ее каждый день, чтобы она у вас была не для красоты вашего интерьера в доме, а красоты вашей жизни. Почему она такая большая? Да даже тогда, когда вы состаритесь и уже притупится зрение, чтобы вы все-таки могли читать. И, как правило, мы вручаем ее кому? Священнику в доме. Поэтому я вас поздравляю. Спасибо. Вручаю эту книгу, которая будет вести вас по жизни. Каждый день к ней обращайтесь. Господь вам даст правильное направление, как вам сделать выбор. Благословений вас, поздравляю. Пусть Господь вас благословит. И мы сейчас закончим кратенькой молитвой. Господи, хвала и слава Тебе за то, что в этот час Ты пребывал с нами. И верю, Ты Духом Твоим Святым наполнил наши сердца необходимым Словом. Поэтому прошу, Господь, помоги нам быть исполнителями Слова Твоего. Благослови, Господь, молодых, чтобы с этого дня и дальше они бы были любящими Тебя, любящими друг друга, верными друг другу, Слову Твоему, и шли бы по жизни так, как это хочешь видеть Ты. Благослови, Господь, остаток этого дня, и да будет над нами всеми милость и благость Твоя. Также и дальше пир благослови. Присутствуй, Господь, и дальше, как Ты когда-то присутствовал в Кане Галилейском. И да будет Тебе за все слава, честь, хвала Богу нашему. Аминь. Аминь. Теперь ваше время, друзья. Thank you all for coming. We're going to have food at the reception hall right across the hallway. Please join us there right away. Thank you. Все переходите в тот зал, мы будем обедать. Вот сейчас прям.